Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX. Мы сегодня продолжаем играть в FIFA 14 Ultimate Team в старом варианте. И сегодня у нас на связи 4-й дивизион, из которого пытался выйти, но у меня нихуя не получилось. И сегодня опять все по-новому мы начнем. А вам я напоминаю, если вам нужны монетки FIFA 14 Ultimate Team на все платформы, ссылки продавцов в описании. И не забудьте сказать, что вы пришли от PandaFX. Хала Мадрид команда называется Бинджон ФК. Старит, Шоскар, Санти Касорло, Виллиан, Джерард, Хесус, Навас, Бейнс, Вермали, Мертонген, Уолкер и Льорис. И Арсен Венгер в качестве тренера. Окей, погнали. И Халк! Ой, блядь, перекладина! Ну как всегда, блядь, вот как без перекладины в матчах, в которых я играю? Обязательно перекладина, 1, 2, 3. Это норма. Так, Неймар. Хуярь, Неймар! Блядь, вратарь на месте. Льорис, молодец. Так, Халк пусть будет вешать, потому что Фернандино на замене. Филиппа Мелло! И это 1-0. Филиппа Мелло, молодец. Вообще шикарно. 13-я минута, 14-й номер. Все очень рядом. Нет. По флангу бежит ты. И вноси. Нет. Да что ты делаешь, уебан? Охуеть. Я, блядь, что с ним? Где Галвиш? Он просто мимо мяча пробегает. Стретин этого уебана, блядь. Нет. Информ, блядь. Второй информ, блядь, просто мимо мяча пробегает. Уебан, блядь. Да ладно, выносите, нет. Да что ты за хуйня такая, блядь. Опять Навас, ты меня доебал, блядь. Из какой-то жопы вылазит Навас и забивает гол, блядь. И так второй гол уже, блядь. Пиздец ебаный. Так, угловой. Да, блядь, ты вы что, серьезно, что ли, блядь? Что это за хуйня, блядь? Что это за хуйня, блядь? Как это возможно? У него каждый момент гол, блядь. Гол, блядь. Что за пиздёж? У него, наверное, 3 удара по воротам и все 3 в створ. И гол. Охуеть. Вот так вот, блядь. 1-0 начали, уже 3-1 летим. Просто великолепно. Очень-очень быстро Бернард ускоряется от всех, отрывается. Санти Касорло догоняет Бернарда, блядь. Санти Касорло догнал Бернарда. Не, вы только подумайте. Скорость 91 против 70 с хуем, блядь. Догнал. Вот бред же, блядь. Хуярь, Халк! Ну почему ты, блядь, ну Халк, ну финишинг миллиард миллионов. Халк, давай, ускоряйся, Неймар. Ну почему ты свистишь, блядь, ну контратак. Ну, блядь, судьи, его уебаны в этой фифе, блядь. Свистят, блядь, на контратаках, блядь. Пидорас, ну вот, блядь, 4 удара в створ, 3 гола. Охуительная статистика просто, блядь. Ну вот как он тут один остался, как Старич один остался и... И тут уже все ясно. Филиппа Мелло забивает. Ну как? Это просто кошмар какой-то. Что это было? Что это за удар? Ну, забивай! Ну забивай же ты, блядь! Ну перекидывать же надо! Я перекидывал, ну почему этот уёбок так плохо среагировал? Я просто нахуй не могу от этого говна! Давай, Филиппа Луис, хоть ты забей, блядь! И он прям в руки дает вратарю. Это что за хуйня творится с командой, блядь? Что за нереальный гандикап тут включился? Почему у меня ничего не получается, а у него все залетает? У него было 4 момента, и все 4 момента голы, блядь. А у меня нихуя не залетает, я не знаю, в чем проблема. Опять угловой, опять головой забивает мне, блядь. Старич, блядь. Великий Старич, блядь, сука. Круче, чем Бентеги головой играет этот хуйплет, прикиньте. 2 гола уже головой мне забивает с угловых. Ну забей, пожалуйста, хоть это, блядь. Спасибо тебе огромное, Неймар, что ты хоть такое забиваешь. Бля, ну это пиздец какой-то, я не знаю, что и говорить. Я не знаю, что говорить, ничего не буду говорить, короче, надо забыть этот матч к хуям собачьим. Да, вот это дерьмо, конечно, еще то. Смотрите, 8 ударов, у него 8 ударов, 6 голов, блядь. То есть без 2 ударов в створ у него все голы. Великолепно. 2 из них с угла... Просто нахуй вообще все забываем. Все забываем этот матч к хуям собачьим. Его не было. Так, не Спартанс. Команда ЭТО, Ван Перси, Шурле, Информ, Шурле, Руни, Виллиан, Клишик, Сельни. Окей. Опять АПЛ-ка, опять типичная АПЛ-очка. Слишком уж типичная. Ну куда же без говна какого-нибудь опять? Опять дождь. Бля, меня, сука, бесит, почему здесь нельзя выбирать настройки погоды? Вот объясните мне кто-нибудь. Electronic Arts, неужели они думают, что все будут пиздец как счастливы, играя в дожде? Блядь, смотрите, что этот уебан делает. Нет, вы только посмотрите, что делает вратарь у меня. Он просто охуителен у меня. Я не знаю, вроде информ, вроде...
Должно быть все охуительно, но он стоит вообще как дырка. Наверное, самый худший вратарь, которым я играл. После этого матча я обязательно продам его. Так, Диего Тардели, Тардели, нет, ничего не получается. Ой-ой-ой, Халк, забивай! 1-0. 1-0, ошибочка защиты или вратаря там. Сейчас я уже запутался, 36-я минута. Халк забивает гол. Давайте посмотрим. Да, это ошибка защитника была. Окей, полегче стало. Так, здесь опять Халк, опять Халк, опять Халк, опять Халк. Забивай, Халк! Ну почему ты Халк не забил? Левой бил. Своей левой хуячил. Ну что с тобой? Ой-ой-ой, Бернард. Бернард. Пас. Не удался. Добивай. Ой, какой ужас. Какой ужас. Лучше бы ты не бил. Кто это был? Кто бы на не был? Да ладно. Что это за хуйня? Что это за хуйня? А это хуйня, это Ван Перси. 43-я минута, 1-1. Опять защитники спят у меня в глубокой спячке. Никто не хочет никого держать. Ну смотрите, почему он абсолютно один остается? Почему все защитники в одной толпе стоят? Как этим уебанам сказать, что надо держать нападающих? Вот как я должен это сделать? В FIFA нет такой задачи, насколько я знаю. Чтобы сказать этим уебанам то, что надо держать нападающих. Такой, ой-ой, Диего Тардели, Тардели, хуяч, Тардели! И прям в голкипера хуячит он. Инфу сотку даю, то, что в этом матче я выиграю. Инфу сотку даю, что я выиграю в этом матче. Халк, 45-я минута. Потому что я настроен очень дико после этого первого ссаного матча, блядь. Который проебал крупным счетом. Бернард! Ой, блядь, что это было? Это был удар Бернарда. Удар Бернарда отвратительно просто. Ой-ой-ой, что это было, Диего Тардели? Почему ты так ужасно выбил? Фуф, офсайд. Повезло, повезло. Так, Ван Перси опять к воротам! И вратарь на месте. Спасибо большое тебе, Диаго Алвес, что ты хоть иногда бываешь на месте. Вечно какая-то хуйня на этих угловых с защитниками происходит. И это был тот же самый случай. Произошла хуйня с защитниками, но мне повезло то, что он прям в руки дал голкиперу мяч. Только это меня сейчас спасло. Давай, Диего Тардели! Это 3-1. 3-1, и я же сказал, инфа сотка, что я побеждаю. Поэтому, если я сказал, значит, парни это сделают. Молодец, Диего Тардели. Хороший пас от Дани Алвеса, просто восхитительно охуителен, и... Фух, и 3-1. Так, окей, окей. Давай, 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 Неймар. Давай, пас на Рамироса. Рамироса, удары очень ужасные, блядь. Ну, я знал, что у него удары очень ужасные. Это самое главное слабое... Это самое слабое звено у меня в команде, Рамирос. У него удары хуже, чем у Филайни даже. Диего Тардели. Вот он. Звезда матча. Может хуернуть. Бам! О-о-о. Лучше бы я этого не делал. И все, матч заканчивается. Я выиграю 3-1. После этого крупного счета надо было реабилитироваться. Я думал, я сделал это. Матч был довольно-таки тяжелый. Все, всем спасибо за внимание. С вами был PandaFX. Поставьте мне лайк, если вам не трудно. Также подписывайтесь, если вы первый раз здесь. Очень охуительно у нас. Не так ли, ребята? У нас же здесь вообще заебись атмосфера. Так что, все. С вами был PandaFX. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Я всех люблю. Будьте счастливы. Всем добра. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и сегодня мы постараемся взять кубок MLS, моя команда выглядит именно так. Сейчас команды MLS стоят дороже, чем какие-нибудь топовые футболисты, потому что ценники на них пиздец как завышаются за счет того, что идет турнир. И вся эта команда мне обошлась около 100 тысяч, 100 тысяч, Джонсон стоит 15 тысяч.